что, блядь, попробуй разомлить меня стол. Почему ты недостоин этой жизни, Саша? Почему ты недостоин этой жизни? Ну почему ты недостоин этой жизни? Ты достоин. Слышь? Никуленко. Ну вы, хватит, а! Кое-что значили в жизни? Присядь все! В жизни! Только, блядь! Конечно, он подлец, Никуленко, твой, который это автобус, седой этот. Ну, этот седой, отдельный разговор. А что ты об этом? Он сильно богатый. Он сильно богатый. Он сильно богатый. Кто богатый? Ну, автобусы которых не... седой. Да. Седой. Ну, седой. Что? Седой. Ну, седой, самый хитрый, блядь. А так? Да. А так вообще нищие люди. Давай попробуем. Мы такие же, как и ты. Ну, еще. Понял, да? Я вот с этой... Василием. Ходить не стану. Понял, да? Да, Игоря спасли. Ну иди, спасай. Дай до него хоть покурить. Вот сегодня встреча на Эльбе. Да. Так встреча. На твой день рождения. Ну, я тебе сказал, вот... что там терки такие на солнечной терке. Этого Каштанова в пятницу били. Ну, за то, что... Каштан, блядь. За то, что он жил с Ленкой, с твоей. Это... Да. Как ее? Кисониха зовут? Его жена. Каштан, это мой. Да отстань, он... какой Каштан твой? Твой, какой твой? Он с ней живет. Мы в интернате вместе с ним учились. С Ленкой живет. Дай покурить. Че, не прав? Нет. И почему ты ей не запрещать такое? Ну, ты почему так ее разбаловал? Ну, много разбаловал. Ну, он думает, что... Да нет, не, это справедливо по-мужски. Слышь ты, какой-то Турик там живет. Рысаю фамилия. Рысаю. Вот, Рысаю это огромный этот был предприниматель. Ну, у Ленки живет. Да. И она нас оскорбляет. Да. Она ну, меня... А так, как понять тебя? Может, он был прав?